угадайте, кто накрывал на стол и кто вот сделал такое произведение искусства. Фиг угадаете. Кушайте, кушайте. В чем заключается искусство выживания? А просто затаиться. Когда проходит человек с собакой, затаиться и ничего не делать. И авось пронесет. А який закат, хлопцы, який закат. Так, подсчитали потери, хорошие, один цыпленка почему-то помрал. Да дети, блин, елки-палки, приходили как дурные, как бешеные. Блин, бегают за ними, нос больше не пускает туда, все на, пусть через забор смотрит. Как дурные, за животными бегают, блин. Эти, блин, дикие, блин, какие-то нафиг. Дети, блин, а животные ручные. Ну, цыпленка один мертвый был. И это самое, и один этот перепел, короче, уже два дня что-то страдал. Крыша у него поехала, так это, на бок упал, так и это самое, не может ровно сидеть и тудым-сюдым. И сколько, блин, не мучился, и все равно не хочет, блин. Ну, жизнь научила быть суровым, блин. Я глаза закрыл, заплакал, перекрестился на восток и оторвал ему бошку. Ой, ласточки как летают. Так, с этим хернем я возился вчера капитально. Короче, это все стыки, блин, побежали. Пришлось помпу переставлять, другой отсек, блин. Ну, потом заборный там шланг химичить, блин. Хорошо, что у меня свалка большая, нашел. Ага. Ну, потом это хваленая, блин, там, блин, какая-то херня, где на стыке я взял потом тефлон китайский, нахерачил. Ну, а потом это счетчик не считает, блин, херню какую-то, блин, 20 литров, конечно, наполняю, он 16. Думаю, нихера себе, так же я разорюсь, правильно, если так продавать бензин. Ну, а нельзя мне продавать, сказали, нельзя вообще. Надо, чтобы там это заплатить, короче, за башлять там специалистов, чтобы они приехали, все, счетчик такой вообще не пойдет, не счетчик, это колонка, а вообще надо, чтобы все это, ой-ой-ой. Я сказал, да идите тогда в задний проход, блин, не буду продавать, вот буду для себя и все. Может, в долг кому буду отдавать и залог брать с них, правильно? Ну, а продавать не будем, нафиг, ну. А потом с счетчиком разобрался, и этот дурак какой-то, знаете, собирал, блин, эту херню и в обратную сторону его поставил. Стрелка всем в другую сторону показывает, елки-палки, поэтому он не калибровался. Ну, приставил, все ништяк, все это, чики-чики. Потом вот это, блин, ну, дети заколебали, а это самое, ну, вот это. Ну, пока эта самая дочка дружила с Джошем, блин, ну, бойфренд, а теперь же, блин, женятся, нафиг, сын же теперь, елки-палки, ну, куда денешься? И сыночек говорит, батьку, мне треба, чтобы у двери была дырка, потому что, говорит, я задыхаюсь. Я говорю, хорошо, хлопчик, сделаем тебе окошечко у дверку. И пришлось, бляха-муха, новую дверь сюда сандалить. Старую-то тоже оставил зимнюю. А это будет такая, блин, что, видишь, это чисто вот так по-крестьянски кусочек кожи нашел, прибил, чтобы... Вот старая дверь вот так это осталось, все чики-чики. А это, блин, аж пробка, эта крышка, блин, сюда упирается. Ёк. Не да фиг с ним, блин, не надо деталей. Короче, все нормально. Тетя Оля помыла все, видишь, вырезал все это так. Там дырка была от замка, поэтому я так это сместил сюда влево, чтобы эту дырку тоже выпилить. Ну, вот такая вот дверь получилась. Ну, так, ну, что вам еще рассказать? Дай их... А, дровы, в лесе был... Три рейса, а в лесу, пацаны, чего там только нету. И комары, и мошки, даже вот этот фраер слинял, блин. Ну чё ты грязный, как свинья, а? Ёлки-палки. Чуханчик, тепло устаканилось так, это ёлки-палки, комары теперь нас донимают, и мошки. Ага. Ну а так, в целом, прекрасная маркиза, всё хорошо. Ну, волейбольный мяч накачали, сейчас поедем туда на заимку, там ребята... С Манитоба, с Форта Макмерри и Соединенных Штатов еще должны подъехать. Там весело будет, гужбан будет сейчас. Поедем туда. Всем спокойной ночи. А ночью в городе усталом происходили чудеса. Куропатки поруклевывались и улетали в небеса. Где там чё? Что, блин, всё отсвечивает. Ну вот они, бандиты маленькие, один в стакане. Алкаш будет, наверное. Все нормально, пацаны?
А на улице лето, пацаны, лето, лето, солнышком согрето. Ребята, у нас же праздник, это День Канады, так длинный выходной, то все, столько народу, аж эта крыша едет, как это, только успеваю общаться. Если вы думаете, что я помираю здесь от одиночества, то ни в коем разе, я наоборот это поработать даже не могу. Вот заехали люди, пообщались, но я им комплимент сделал, говорю, блин, лучший кемпер, который я видел, это, блин, в этом году. Они говорят, неудивительно, потому что он это, говорит, руками сделан это. Человек делал для себя, и потом продал, а сейчас он себе другое делает, ну, ага. Ну и цены озвучил, и все, ну, ага. Раньше вот такие маленькие были популярны, а сейчас народ по ним с ума сходит. А здесь, видите, вот, блядь, ну, алюминиевая, нержавеющая, это рама, то все. Ну, блин, сказка, сказка, смотрите. Ну, сказка может с любым автомобилем, не обязательно тебе пикап нужен. Ага. Ребята с Альберты. Ну, покупают булочки там у тети Оли, то все. Белая молния. Класс, класс, ох, мне такие нравятся. Они небольшие, в то же время все там есть. Начал человеку уже, на, поставь, покушать, и все. Ага, ну вот показал вам, да, вот как народ отдыхает. Ну, все есть, все красиво, все. И собачка есть. Ну-ка, собачка, где ты там? Давай поздороваемся. Что такое серьезный? А? Ой, две штуки, ой-ой-ой. Все нормально. Ну... На улице сказка, ребята, но обещает дождь. Я дровишки так немножко таскаю, но это работает, работает там это. Пруд, пруд копаю, видите, вон, прицепы мои там стоят. Ага. Ничего себе, козлята еще пьют у мамки, я думал, они уже не пьют. Надо подкармливать ее тогда. Она вчера забралась из Шкоды, и это всю траву у меня съела, я целую бочку нарвал кроликом. Все слопало, блин. Ага. Охо-хо. Хорошо, деревню летом. Так, тетя Оля сделали комплиментов, считается лучший хавчик на всей трассе. Да. Так, советские критики должны быть удовлетворены, потому что тетя Оля теперь в кепке и в фарточке, и все это самое. Ну, макияжа еще нету. Ага. Так, да. Фирменное блюдо тети Олина покажем. Cinnamon Buns. Ну, популярный среди широких слоев населения, пролетариата и крестьянских масс. Ну, все. Так, ну и все. Ну и все. Ну. Здравствуйте, дорогие земляки! Здравствуй, дорогой дедушка! Забери меня, пожалуйста, отсюда. А если слушаться я не буду, то секи меня, как ту эту козу, короче, сидоровскую. А вот это самое, что делаем? Живем, хлеб жрем, это самое. Тетя Оля, светани, вон там, покажи заваленку, блин. А что, а не можем это? В степях там достану все равно, в тайге там достану. Без заваленки не можем. А где сидеть? Да, вот ножки свесить, вот так это, ну... Заваленку сделали. Ну, а не хотим черноземом, а хотим глиной. Ну, а потому что чернозема нету в лесе. Ну, плохо на чужбине, пацаны, плохо. Забрали бы назад, блин. Хочу показать, что жрем. Вот это самое, хлеба нету, тетя Оля булочки стряпает. А в булочках, пацаны, не угадаете. И не гречка вось, а матри. Смотри, вот так, чтобы не упали. Икра, бляха-мух. Да не надо крупным планом, блин, пацаны слюной подавятся нафиг, а я потом виноватый, блин. Икра, пацаны, икра. От кедова икра, а из лесу вестима. Короче, приезжали кто? Николай с Ольгой и с дочей Сашей. И приезжали Олег и Татьяна с сыном Максимом. А мы, конечно, как последние дурдум-бурдум, короче, это про камеру забыли. А может, они и не хотели сниматься. Ребята, ну, в смысле, Николай, Олег и Татьяна, и это самое, и Оля, это у меня для вас новость. Вот ваш гриль опрокинул ветер, канадский суровый таежный ветер. Еще знаете, что он сделал? Может, вы когда ходили в баню, видели? Прямо вот когда к бане идешь, там, где контейнер стоял, вот такую кучу он накакал, этот ветер, блин. Четвероногие, однако, блин, в шубе ветер был. Хорошо, что он вам не встретился вечером. Ну, ага. И вот ребята нам подкинули икры. Ну, вот так вот. Спасибо, конечно, что не дают с голоду помореть. Ну, сидим, музыку пришлось выключить. Так, блин, балдели, тащились тут это. Что-то, блин, тучки на это самое. Я хочу быстренько это дровишки убрать, елки-палки. Ну, вот так вот и живем, короче, хлеб жуем, блин. А что пьем, пацаны? А пьем это васер голый. И это самое, на 50% разбавленный с лимонадом, который это вкуснее в 10 раз, чем советский буратино, короче.
Мизинчик надо оттопыривать, когда пьешь, а то получается, как будто чмо, лох, как будто, вата, как будто. Да ладно, чего вы, блин, давайте, всего хорошего, жрем. Это солнечные фонарики. Слышите? Бляха-муха, свет пропадал. Гроза! Ну, прогноз — это ужасная гроза какая-то. Ну, потому что жарко было же. Пассар же испарялся, теперь же надо упасть вниз, правильно? Ну, так что вихри враждебные веют над нами, пацаны. Ну, и это самое, малоньи так полыхают, и это самое. Ну, и гроза, короче. И, блин, не дай бог свет, это самое, блин, у меня тут инкубаторы, блин, у меня шпингалеты там сидят, блин. Это самое, блин. Всякие, блин, вообще что-то это, блин. А мужик мне, который яйца подогнал куриные, это самое, ну это самое, еще подкинул этих, блин, дюжину или больше, полторы дюжины, перепелов. Ну и, блин, ну что, 5 нормальных, и 2 штуки там, блин, это камикадзе какие-то, видите, блин, куркается все, пупни, нихера это самое, блин, красноармеец, блин. Ага, это, ну, блин. Один яйце помрал. Нафиг такие, да? 12 яиц лежат вообще даже это. И не дышат, блин, елки-палки. Не хотят больше вылупляться. Нафиг мне такой геморрой, блин. Буду я с 5 тут начинать, блин, это самое, нафиг. Выпущу, наверное, в лес, блин. Да шучу я. Ой, там полыхает. Ой, там на югах там что-то дает. Ой-ой-ой. Ой, посмотрим, придет к нам или нет. Полыхает и полыхает так беспрерывно. Видите? Пугает, только пугает. На самом деле очкует, боится. Он чисто такой советский этот гроза, знаешь, такой-то. Понты, просто понты. Ну иди сюда, вот конкретно, давай. Один на один, поговорим, давай. Не, там что-то, блин, подсветочками играет, что там то, все. Давай поливай, блин, чтобы мне завтра не поливать тут нафиг. Фигней занимаешься, тут моргаешь, блин. Ёлки-палки. Пацаны, Аллах чуть-чуть обиделся, однако. Говорит, на тебе, мерзавец, говорит, дерзкий. Получай, говорит. А мы вспомнили, что на заимке в главной избушке там, блин, протекает немножко труба, ёлки-палки. Мы всегда там что-то подставляли, а сейчас там люди, американцы у нас, ребята, блин, слава пошла по всей Руси великой, блин. Подтягивается народ, блин, с Соединенных Штатов едут люди, отдыхают в большой избушке, сейчас спят в королевской кровати, а дождь, сволочь, по трубе у печки бежит и на пол каплет. А там мы подставляли всегда какую-то фигню, а теперь нас же там нету, а дождь там, а мы здесь, а он там, сволочь. Протекает. Надо сделать трубу. Кто бы залез, блин, на крышу и сделал бы, блин? Мы же не верхолазы, не плотники, блин, не монтажные работники, елки-палки. Мы просто денежки любим считать. Ой, смотри, как поливает, а. Ой, бай, ой, бай. Хорош, к нам телестудия часто обращается различный трудящийся с просьбой сфотографировать коренное население Кандастана, индейцев. И вот мы, наконец, решились, включили камеру наружное наблюдение и наблюдаем с товарищами. И вот иногда некоторые люди приезжают и ходят, смотрят курочки, петушки, а заодно осматривают владение, говорит, вот этот контейнер надо, говорит, ночью утащить тудым-сюдым. Вот смотрите, это коренные жители Кандастан, значит. Ходил, смотрел, цыплятки всякие. Теперь джентльмен подошел, своим бабам говорит, залазите нахер, поедем дальше. А это уже подъехал другой автомобиль, и выходит другой джентльмен. И пока еще у вас там, говорит, бегают всякие дикие звери. А ему говорят, там это птички всякие, курочки разные. Если хочешь, говорит, иди посмотри. Он говорит, сейчас только, говорит, этот... Футболка одену, говорит, этот бронежилет, а то вдруг, говорит, ваш птиц там налетит, атакует, сожрет. И потом всякие дети свой собрал, говорит, пойдем. И потом вот все дети кругом бегают, как бестолковые, туда-сюда, взад, вперед, говорит, пап, куда идти, что идти, куда, зачем
А он говорит, туда-туда, сейчас, говорит, только сигареты возьму, говорит, это, и пойдем. И вот там уже солнце, закат прямо слепит, а из машины прямо народ вылазит, вылазит, и все идет и смотрит это, туда вот это, на зверушки посмотреть, вот.